Значит, мы с вами рассматривали движение как способ существования материи. Что про движение можно сказать дополнительно еще? Движение – это такая общая категория, что определять ее через другие категории не просто трудно, а и невозможно. Потому что нет такой материи, которая бы не двигалась, и нет более простой категории в этом смысле, чем движение. То есть у нее такой же уровень простоты, как и у материи. Материя есть, и она есть только как движущаяся материя. Поэтому для того, чтобы понять, что такое движение, для этого есть только один путь. Вот когда строится философская система, и в основе этой философской системы лежат такие понятия, как материя и движение, то по мере продвижения от более простых ко все более и более сложным, ко все более и более сложным категориям, мы наблюдаем разные формы движения. И когда мы наблюдаем разные формы движения, мы начинаем все больше и больше понимать, что такое движение вообще. Потому что для того, чтобы получить понятие о движении вообще, нужно пройти известный путь. Так вообще бывает со всеми понятиями в любой науке, которые являются первичными. Скажем, вот в математике первичными являются что? Такие понятия, как точка, прямая, плоскость, они являются неопределяемыми. В математике являются аксиомы. Например, одна из аксиом евклидовой геометрии гласит, что через точку, не лежащую на прямой, может быть проведена только одна прямая, параллельная данной. Были подозрения у многих математиков, что это все-таки не аксиома, а это и факт, который нужно или доказать, или опровергнуть. 2000 лет примерно занимались математики этой проблемой. И, наконец, Николай Иванович Лобачевский показал, что это на самом деле не теорема, а это аксиома. И можно взять другую аксиому, что через одну и ту же точку можно провести бесконечно много прямых, не пересекающих данных. И появилась другая геометрия, не евклидова геометрия, а геометрия Лобачевского. Вот какая, значит, получилась картина. И здесь тоже мы, когда мы говорим о материи вообще, ее нельзя определять сложно, потому что она все есть материя. Раз все есть материя, материя – это то единое, что есть, и все. Но материя и есть только как движущаяся материя. Материя – это первая характеристика, движение – это первейшая характеристика материи. Вы не найдете никакой материи, которая бы не двигалась. И понятие покоя сугубо условное. Вот мы сейчас с вами в покое находимся или нет? Относительно чего? А вот только относительно чего-то. Да и от чего бы вы ни взяли, все равно будете не в покое. Вот вы относительно меня в покое или нет? Нет. Относительно себя в покое? Относительно себя вы в покое? Тоже нет. Во-первых, вы развиваетесь, так? То есть вы сейчас сидите и изучаете. Во-вторых, вы дышите. В-третьих, вы моргаете. В-четвертых, у вас работает кровеносная система. Еще есть лимфатическая система. Так или иначе двигаются ваши мышцы. И вот вы головой покачали так слегка. Это что значит? Это все движение. То есть нет ничего такого, чтобы не находилось в постоянном движении. Я уже не говорю о том, что мы все с вами катаемся на карусели, то есть мы вращаемся вместе с Землей, а Земля еще вращается вокруг Солнца. А Солнце само собой движется во Вселенной. Поэтому тут это очень сложное движение. Ни у кого не заболела голова от таких вращений. Ну, вы уже привыкли, поэтому так вроде все нормально. Вот. А какие есть формы движения? Забегая вперед, мы, наверное, на них остановимся позднее специально. Формы есть движения, такие как становление,
которое есть единство возникновения и прихождения. Возникает и исчезает, возникает и приходит что-то. И вот это одна форма движения. Другая форма движения – это изменение. Есть что-нибудь неизменяющееся? Скажите, пожалуйста. То есть что-нибудь такое, чтобы не было равным самому себе и одновременно неравным самому себе. Нет ничего такого. Затем все находится в процессе развития, и материя находится в процессе развития. А развитие что такое? Что такое развитие? Да, это движение простого к сложному, вот, низшего к высшему. А сложное что такое, кто скажет? Сложное из простых. Сложное из простых. Ну вот, значит, вот это тоже. А это противоречие содержит в себе, при том, что это движение от простого к сложному и низшего к высшему, оно содержит в себе противоречие. И есть движение через разрешение этих самых противоречий. Поэтому в любом развитии есть противоположные тенденции. Одна тенденция совпадает с направлением развития. Как она называется? Прогресс. А вторая тенденция, она противоположна направлению развития. Как она называется? Регресс. Прогресс и регресс. И вот что-то во Вселенной, там, и в мире, и в материи, что-то разрушается, а что-то созидается. Что-то синтезируется, а что-то распадается на более мелкие частицы и так далее. И одновременно идут эти два противоположных процесса. И везде они идут. И, скажем, в нашей жизни, в нашем развитии, вот мы с вами сидим, занимаемся, развиваемся, но при этом, как бы так помягче выразиться, возраст у нас прибавляется, да? И тут прибавка возраста в первой половине жизни человека воспринимается как положительное, когда я стану, значит, старше, когда я стану уже более солидным и так далее, а во второй половине уже как бы это задержать развитие, и поэтому как остановить дальнейшее течение в противоположном направлении, при том, что развитие человека идет бесконечно и постоянно, правда? Не бывает такое, чтобы развитие остановилось. Поэтому есть и прогресс, есть и регресс. Так, ну вот, можно говорить о таких свойствах движения, что движение материально, движение объективно, что его мы не придумывали, не приписываем материи это движение, оно есть само движение, то есть сама материя движется. Без всяких там внешних толчков. То есть есть движение и внешнее, то есть толкнули и поехало. Но есть и самое движение, потому что, скажем, никаких толчков в том, чтобы Земля вращалась вокруг Солнца, нет, а есть постоянная сила притяжения. То есть в этой системе есть самое движение. Вроде никаких, так сказать, никто не этот самый волчок не раскручивает Землю, а она все время вращается вокруг своей оси. Это самодвижение тоже. Вот, то есть самодвижение – это то, что не является движением благодаря какому-то внешнему воздействию или внешнему толчку. Движение универсально, потому что нет ничего такого, чтобы не совершалось какое-то движение. Ну и движение противоречиво. Вот в середине XIX века были сформулированы принципы классификации основных форм движения материи. Была создана классификация форм движения, которые включали механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное движение. Вот эти названия для того, чтобы сказать, что движение механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное – эти названия предполагают, что необходимо взять соответствующую форму развития материи, соответствующий уровень развития материи. Но если речь идет о движении тел, это механическое движение. Движение небесных тел – это небесная механика.
Если речь идет о движении, связанном с движением атомов и с какими-то процессами, в том числе связанными с существованием поля, разных полей, какие есть, в том числе электромагнитного, это или поле тяготения, это физическое движение. Если речь идет о соединении атомов в молекулы или создании еще более сложных молекул из более простых, то в этом случае мы имеем дело с химической формой движения. Химической формой движения. Если речь идет о живом, о живой материи, то это движение включает в себя и обмен веществ обязательно. Причем вот этот обмен веществ – это та самая характеристика, которая входит в определение вообще жизни. Жизнь – это способ существования белковых тел. А белки поддерживают, самостоятельно поддерживают обмен веществ между этим самым веществом, белком, и окружающей средой постоянно. В итоге мы получаем вот биологическое движение. А если речь идет о человеческом обществе, то есть о такой материи, которая является высшей формой существования материи, и которая обладает свойством отражать мир сознанием, и не только отражать, но и преобразовывать этот мир, опираясь на это отражение, и опираясь на возможности человеческого мозга не только его отражать, но сначала идеально построить будущее того мира, который есть, а потом его, соответственно, изменять. Вот благодаря этому мы получаем социальную форму движения. Социальную, потому что человек как отдельный человек не существует, а существует он как существо сугубо общественное. Определение человека можно дать очень просто. Человек – это животное, общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Некоторые товарищи обижаются, что им приходится признавать, что они животные. Но выбор тут небогатый. Кто не хочет считать, что он животное, должен признать тогда, что он растение. И некоторые такие личности есть, которые как растения себя ведут. Хотя есть такие растения, которые ловят животных и поедают их. Причем не какие-то там есть в жарких странах, в тропических, а у нас на болотах есть росянка. Вот такая ладошка небольшая, вот такая небольшая ладошка, на ней как бы капелька воды, садится комарик, а ладошка начинает. Комарик этот увязает в этой росинке, ладошка сжимается, сокращается, а потом она раскрывается, уже комарика нет. То есть растения питаются животными. Такое тоже бывает. Если брать границу в этом смысле, вот, границу между животными и растениями, можно считать, что это граница. У животных есть большие преимущества по сравнению с растениями, но у растений есть такое преимущество, что они синтезируют белок из воздуха, из минеральных веществ, которые поступают, и воды, которые поступают из земли, из грунта. Они синтезируют белок в хлорофилловых зернах. А вот мы с вами, несмотря на то, что принадлежим к высшей, общественной форме движения, мы синтезировать белок не можем. Есть еще такие растения, которые тоже не могут синтезировать белок, вроде нас. Но растения, кто это, что это такое? Водоросли. А? Водоросли. Водоросли синтезируют белок, и более того, они и кислород выделяют потом, синтезируют. Поэтому основная масса кислорода, которая над планетой, находится, вырабатывается в океане, а не в лесах. А вот грибы – это бесхлорофилловые растения. А раз они бесхлорофилловые, то, наверное, вы знаете, что выращивают искусственные грибы. Те же самые, вот то, что сейчас продаются в магазинах, в ларьках. Шампиньоны где? В каких-нибудь старых заброшенных помещениях, без света,
может быть, там даже в штольнях где-нибудь, где имеется необходимое количество растительных остатков, типа опилок и похожих растительных остатков, и где имеется, куда закладывается мицелий, то есть вот, по существу это семена споры этих самых развитых этих грибов, потом резко охлаждается, вот это, начинают расти эти споры, появляется грибница, а потом снижается температура искусственно, и выскакивают эти самые грибы. Ножка у них есть, шляпка есть, на нас тоже так же, как мы, не могут синтезировать никакие белки, а пользуются сугубо белками, которые уже созданы растениями. Поэтому подберезовик пользуется теми белками, которые находятся под березой, в том числе листьями березовыми и так далее, переистлевшими, перегнившими. Подосиновик теми белками, которые вырабатывают осины. Белые, они любыми белками, по-моему, пользуются. Их можно найти где угодно, и в еловом лесу, и в березовом, и в осиновом, и не в лесу. И тем не менее, это благородный гриб первой категории. Вот шляпа у них есть, ножка есть, чего нет, в отличие от нас, сознания нет. Ну, а если кто теряет у нас сознание, он становится чем-то вроде гриба. Вот, так что есть вот такая социальная форма движения, а сущность человека в чем? Кто скажет? Определение человека, это что я вот уже давал вам, что это животное общественное, трудящееся, говорящее, разумное. А сущность в чем человек? На этот вопрос так сразу и не ответишь, потому что для этого надо, по крайней мере, знать, что такое сущность. Сущность непосредственно не дана. Вот у вас сущность есть, она налицо или она, так сказать, это ваш внутренний мир, правильно? То есть могу я сразу постичь вашу сущность? Я могу ее постигать, но через проявление. Вот вы головой качаете в нужный момент, значит, я начинаю видеть, поэтому что вы как-то так реагируете на то, что я говорю. Или иногда начинаете высказывать, так сказать, правильные, давать ответы на поставленные вопросы. Но это не непосредственно, это косвенно, так сказать, через вот то, что на поверхности. А сущность – это не то, что на поверхности, то есть, так сказать, внутри. Так вот, сущность человека в общественных отношениях. Человек с самого младенческого возраста попадает в общество, и только в обществе и может стать человеком. И наоборот, были такие случаи, когда детей грудных выкармливали другие животные, в том числе волки. И если до 5 лет эти дети не попадут в человеческое общество, они уже никогда людьми не станут. То есть они будут иметь физические признаки такие, как у других людей, но мозг у них не способен стать человеческим мозгом. А мы с вами пользуемся не только данными, которые получаем от ныне живущих. Вот сейчас вы записываете за мной, правильно? Вот, но я получил эти знания не только на лекциях, а и благодаря изучению знаний, добытых теми людьми, которых уже нет. Правильно? Скажем, диалектическую логику разработал Гегель. Наука логики была издана в 1812 году, и до сих пор она еще освоена только единицами, и то еще не вполне. Единицами. А аристотельская логика, в общем, вполне освоена, и все ей пользуются. Для того, чтобы... То есть наше преимущество в том, что мы пользуемся богатством, которое имеется не у тех людей только, которые вот сейчас есть, а всем тем богатством, которое выработало человечество. И вот раскрыть эти богатства, показать эти богатства, сохранить эти богатства – задача кого? А? У музеологов задача. Я неправильно излагаю? Я ничего про вас плохого ведь не сказал. То есть место. То есть вы должны себя и в нашем обществе очень важно себя правильно поставить, иначе о себе хорошее не скажешь, могут и не сказать ничего хорошего.
То есть мы идеологи решают эту очень важную задачу, а не просто, дескать, вот мы хотим тут работать, музей. Это мелочь, это вот люди, которые связь, так сказать, поколений осуществляют. И эти накопленные богатства не только сохраняют, как Плюшкин, он набрал всего, и никого не показывает, и так сказать, жадное не дает, наоборот, и вот это то, что накоплено. Поколениями изучают, и изучают не только для того, чтобы самим изучить, а для того, чтобы пропагандировать, то есть эти знания передавать и обществу. И только поэтому человеческое общество, вот такой получается кумулятивный процесс, то есть накоплением знаний, идет поколение за поколением, каждое поколение получает и орудия труда, и средства производства от предшествующих поколений, и знания, которые она получает от предшествующих поколений, развивает их, уходит, но прежде чем уйти, оно передает это следующему поколению. И, скажем, вот преподавание в ВУЗе, в том числе, и представляет собой тоже этот процесс. Я, конечно, не музеолог, хотя у меня есть исторический диплом, но у меня другая специальность. Но вот функция, которую я сейчас выполняю, она вот в этом состоит, в том, чтобы передать вам то, что добыто и прежними поколениями в том числе. И вы, наверное, уже знаете, что то, что недавно вышло, и то, что, чем сейчас увлекаются, совсем не обязательно имеет так, величайшую ценность. Потому что величайшие ценности появляются редко. Гениальные люди рождаются редко. И гениальным называются не тех, которые рождаются со способностями, а кого? Кто скажет, что такое гений? Можете сказать? Нет? Может, вы гений, а вы не знаете. Ну что? Так вот, так вот и не узнаете. Потом только после смерти скажут, она вот гений была. Ну, а вы тоже не знаете, что такое гений? Когда способности раскрыты, направлены в правильное русло. Ну, это вот, может быть, такое определение годится для такого талантливого человека, который служит обществу, да? Талантливый человек. А мы различаем талант. Талантливых людей очень много. Вот, причем вы совершенно правильно сказали, что можно выделить таланты, которые свои способности, выдающиеся, направляют в правильное русло. А есть люди, которые тоже обладают выдающимися способностями, но направляют их в неправильное русло. Например, вот Гитлер талантливый человек? А? Ну вот он книгу написал. Вы книгу написали? Нет. А картину нарисовали? Нет. А вы полководцем были, вот он, как вы считаете, так сказать, это слабый полководец, если 4 года надо было потратить на то, чтобы разбить гитлеровскую армию, как вы считаете? И организатор, так сказать, всей этой военной машины, выдающийся, талантливый человек. А гений он? Злой. А? Злой. Ну, вот злой гений – это не гений, по определению, да, потому что гением называется тот человек с выдающимися способностями, талантливый, способный, который в какой-либо области продвинул человечество вперед. Вперед. Поэтому, несмотря на такое высказывание «злой гений», есть другое высказывание, более глубокое, что гений и злодейство несовместимы. И вот это мы тоже должны с вами передать поколениям. То есть человек, если он не найдет дорогу к правильному использованию своих способностей или потратит их во вред человечеству, конечно, он гений, он многое принесет разрушения и зла. Вот. А сохранять нам нужно уроки из его деятельности, правильно? Уроки надо извлекать. Музеологи должны заниматься извлечением уроков или просто копить всякое барахло и вредные вещи. Нет, а уроки, извлечение уроков – это тоже задача, безусловно. Ну вот есть такие формы существования материи, как пространство и время. Поскольку движение совершается в пространстве и во времени. Что такое пространство, что такое время? На самом деле нет отдельно какого-то, так сказать, пространства
и какого-то отдельного времени, а есть только материя. И вот если вы эту материю характеризуете с точки зрения ее равенства с собой, она равна самой себе, материи, правильно? Вот как равная самому себе, она характеризуется пространственно. Или говорят про протяженность. Вот, протяженность материи – это ее характеристика как равенство с собой. А если речь идет о времени, то это характеристика с точки зрения неравенства с собой. Она же все время изменяется, она, будучи равна самой себе, в то же время и не равна. А вот изменение, после того, как мы поняли, что такое развитие, или начали понимать, что такое развитие, всякое изменение, отрицание прежнего является не просто его отторжением, разрушением и отбрасыванием, а является снятием. Это важнейшая категория философии. Развитие состоит материи в том, что следующее состояние материи является снятием предыдущих. Что такое снятие? Как оно определяется? Снятие, отрицание с удержанием. Снятие – это самая мудреологическая категория, которая только есть в философии. То есть не просто вы отрицаете что-то, а вы должны удержать то богатство, которое есть в том, что вы отрицаете. Само время отрицает, так как бы вот это уже что-то следующее. Следующее отрицает. Но отрицание бывает зряшнее, с разрушением богатства, содержания, а бывает, или вредное отрицание, а бывает отрицание. А всякое снятие состоит в том, чтобы удержать и развить. Существуют две основные теории, объясняющие сущность пространства и времени – субстанциальная и реляционная. Субстанциальная теория уходит корнями к Демокриту. По его представлениям, мир – это атомы и пустота. Но именно Ньютон в своей знаменитой книге «Математические начала натуральной философии» ввел господствующее в науке до начала XX века понятие пространства и времени, известное как абсолютное пространство и абсолютное время. Абсолютное пространство – это универсальное вместилище себя и всего существующего в мире. Оно безотносительно к чему бы то ни было внешнему, всегда остается одинаковым и неподвижным. Согласно Ньютону. Хотя, именно потому, что пространство – это характеристика материи, а материя никогда не бывает неподвижной, поэтому это вот некая условность, которая есть в этой теории. Соответственно, абсолютное время представляется как универсальная длительность любых процессов во Вселенной. Оно само по себе, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно. С точки зрения этой концепции, абсолютное пространство, время и материя представляют три независимые друг от друга сущности. То есть единая материя, она как бы распадается на три такие момента, и они берутся отдельно. Среди ученых, которые не соглашались с Ньютоном, был Лейбниц. И лишь в середине XIX века, когда Максвеллом была создана теория электромагнитного поля, ученые задумались о замене абсолютного пространства и абсолютного времени относительным. Тем не менее, утверждение новых взглядов на пространство и время произошло только в начале XX века после создания Альбертом Эйнштейном теории относительности. В 1905 году появилась статья неизвестного еще тогда Эйнштейна к электродинамике движущихся тел, в которой были сформулированы основы специальной теории относительности. В 1916 году, через 11 лет, была создана общая теория относительности. Вывод. Свойства пространства и времени зависят от свойств движущейся материи и от гравитационных полей, в которых происходит движение. Какие имеются общие свойства пространства и времени? Объективность, всеобщность,
противоречивость, свойство пространства, протяжерность, трехмерность, изотропность, однородность, а свойство времени – длительность, необратимость, одномерность, однородность. Я остановился бы на таком свойстве, как необратимость материи. Раз она необратимость времени, раз материя характеризуется развитием и находится в развитии, то, следовательно, вот выражением этого обстоятельства, что материя двигается от низшего к высшему, от простого к сложному, все время усложняется, поэтому действительно всякое следующее состояние материи включает в себя предыдущие, а поэтому время поэтому имеет только одно направление – вперед. Вот рассмотрим такой вопрос, как идея развития философии. Идея развития философии в наиболее яркой форме была представлена в диалектике. И представлена в диалектике, которая в систематической форме, в систематическом виде разработана Гегелем в «Науке логики Гегеля». Эта книга вышла в 1812 году, когда Гегель был директором Нюрнбергской гимназии. То есть можно сказать, что самое великое произведение философское было произведено не тем, кто был профессором и доктором наук философских, а тем, кто был директором Нюрнбергской гимназии. После этого он стал профессором Берлинского университета и одно время был ректором даже. Но за это время он более великого произведения не создал, хотя работы у него очень много. И он энциклопедист, а науку логики, как всякий учебник для вузов, сделал маленькую. То есть большая логика, состоящая из трех книг или двух томов. Объективная логика и субъективная логика. А есть малая логика, один такой томик, который, как бы, вот вы если прочитаете, то изучите и будете считать, что вы изучили диалектику, но на самом деле изучить по малой логике диалектику сложно. Почему? Самое важное в диалектике – переходы между категориями. А если эти категории подробно не изложены, и так-то трудно понять диалектику, а если это делается в такой обрезанной и сжатой форме, то, разумеется, от этого понимание диалектики не выигрывает. Поэтому покупаться на то, что, дескать, это короче, не следует. Можно еще пойти дальше, в смысле короче, потому что есть такая работа у Гегеля, философская пропедевтика для школьников, вообще вот такая тоненькая. Там весь порядок категорий изложен, но как из одной категории получается другая, этого понять невозможно. Поэтому это, можно сказать, группа категорий для привыкания к этой терминологии, не более того, чтобы вдруг человек не удивлялся, откуда такие странные берутся категории в диалектике. Вот диалектика, можно сказать, что это философское учение о законах развития природы, общества и сознания, или мышления. Первоначально термин «диалектика» означал искусство вести беседу, рассуждать. Сократ, так его понимал. Наиболее яркое воплощение диалектики как учение о развитии мы находим у Гераклита, если брать древних. Все течет, все изменяется. Ну, вот вы, наверное, такое высказывание слышали, и я уже тоже о нем говорил. Приписывает Гераклиту такое высказывание, что в одну и ту же реку нельзя войти два раза. Хотя это вот высказывание неправильное и изображение неверное, потому что два раза можно войти только в одну и ту же реку. Если это разные реки, то будет туда один раз, сюда один раз. Поэтому два раза только можно в одну и ту же реку. На самом деле Гераклит сформулировал два противоположных учреждения. Утверждение, что в одну и ту же реку можно войти два раза. И во второе утверждение, что нельзя войти два раза в одну и ту же реку. Почему? То есть вот два утверждения. Как всегда,
делают люди, незнакомые с диалектикой, они выбрасывают одно из противоположных утверждений, и вместо диалектики получается какая-то ерунда. Почему в одну и ту же реку можно войти два раза? Потому что вы, несмотря на то, что там меняется русло, несмотря на то, что все время течет вода, и вода все время другая, а река все равно одна. Вот у нас, у вас за спиной Нева, и туда можно войти сколько угодно раз. С другой стороны, это же не та Нева, которая была после того, как вы туда входили, так сказать, со стороны Петропавловской крепости, поскольку там есть пляж. Это в ней изменилось русло, в ней изменились берега, хотя бы незначительно. Павел Михайлович, лекция сейчас, я позвоню через перерывчик. Вот, поэтому можно с таким же основанием сказать, что нет, в одну и ту же реку нельзя войти два раза, потому что уже не та река. Да и те, кто будут входить, тоже не такие, как вы понимаете. А как вы можете войти два раза, потому что вы каждый раз уже и тот же человек, и уже не тот же, правильно? То есть вот диалектика состоит в том, чтобы совместить противоположности. Поэтому вот это надо понимать, суть диалектики в этом. Если нет двух противоположных утверждений, то и нет тут диалектического движения. Диалектическое движение поэтому имеет вид такой триадический. Сначала тезис, потом антитезис и потом синтезис. Если вы возьмете вот три книги науки логики, они так вот и представляются, как сначала учение о бытии, потом учение о сущности. Это первое отрицание. Бытие отрицается. И идет проникновение в сущность. А потом сущность сама себя отрицает, переходит снова к бытию. Но к какому бытию? Это второе отрицание. К такому бытию, через которое просвечивает сущность, к понятию. Вот понятие – это не просто вот определение человека. Вот понятие – это более глубокая категория. Она – это такое бытие, через которое просвечивает сущность. А в итоге это понятие получается как отрицание-отрицание, как двойное отрицание. Первое отрицание приводит к сущности, второе отрицание, как отрицание сущности, снова приводит к бытию, но не назад к тому бытию, которое было, а вперед – такому бытию, которое включает в себя и прежнее бытие, и сущность. И оно носит уже характер такого бесконечного движения. Бесконечное отрицание того, что не соответствует этому вот понятию. Бесконечное отрицание. Идеи развития проявились в разных науках – биологии, космологии, истории – и были философски осмысленны в трудах представителей немецкой классической философии. Но вот именно система диалектики появилась только в одной работе, как и бывает в науке, как вот всю формальную логику разработал один человек, зовут его Аристотель, а диалектическую логику, как систему знаний диалектических, разработал Георг Вильгельм Фридрих Гегель. И вот некоторые пытаются изучать диалектику, например, идя по такому пути, они какие-то ищут учебники по диалектике, книжки по диалектике. Ну и в соответствии с тем, о чем мы с вами говорили, вместо того, чтобы пообщаться с умным человеком и, так сказать, взять себе на вооружение культуру, историко-культурные достижения, которые были сделаны, они опускаются гораздо ниже, потому что людей, которые до Гегеля добрались в послегегелевское время, единицы. Единицы. И мы знаем, кто добрался до Гегеля из крупных ученых. Кто пошел от Гегеля вперед, а не вбок и не назад. Вперед пошли только Маркс и Энгельс, а сначала перед ними Фейербах. Как он пошел вперед? Он в своей книге «Сущность христианства» показал, что гегелевская система при всем своем величии и значении
диалектическом, а она неправильно изображает мир. Мир надо разображать как не творение идеи, а как наоборот. Все идеи как творение мира. И те люди, которые раньше принимали диалектическую логику Гегеля именно и понимали ее в диалектическом смысле, они разделились сразу на два лагеря. Один лагерь остался в том же положении. Это, можно сказать, эпигоны, то есть те люди, которые ничего нового не создали, продолжают, как говорится, двигать, изменять и перебирать категории туда-сюда, вбок, вправо, влево и назад. А Маркс и Энгельс оказались теми людьми, которые пошли вперед от Гегеля. А вперед от Гегеля было пойти трудно. Трудно по одной простой причине, что вот этот шаг, который сделал Фейербах, это недостаточный шаг. От того, что вы объявите, что мир есть материя, а мы эту материю изучаем, от этого, так сказать, никак не вбирается вот в эту концепцию та диалектика, которая была у Гегеля. То есть они Фейербах не произвел снятия, у него отрицание не диалектическое. Дескать, вот эта теория не верна Гегеля, а верна теория другая, материалистическая. А вот Маркс и Энгельс сумели материализм построить так, что вобрали все богатство гегелевской философии. Вот, так сказать, считайте, что Маркс и Энгельс – это крупнейшие музеологи. Они построили философскую концепцию на том, что они взяли материализм, обогащенный диалектикой, и получился какой материализм? Диалектический. Вот диалектический материализм Маркс. Но этого оказалось мало, потому что, конечно, для всех ученых, которые занимались обществом, и для Гегеля в том числе, было очень важно и нужно, и актуально применить свою теорию к обществу. Но все попытки Гегеля применить свою теорию непосредственно к обществу привели к обратным результатам. То есть вот если вы возьмете, например, философию, лекции по философии истории Гегеля, ну, близкие нам произведения, правильно, по философии истории, то вы увидите там, что там колоссальное богатство исторических фактов, интересное описание исторических событий, а в целом история изображается, там, все эти войны, революции, борьба народов между собой и классов изображается как творение идеи. Вот идея, она так себя проявляла. И вы здесь сидите как творение этой же самой идеи, и я тут сижу как творение этой идеи. Так у нас разные обличья и разные, так сказать, места. А так все мы творение одной и той же идеи. То есть получается, что вроде как все правильно, 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 а в целом ошибочно. Гегель попробовал написать книгу и написал «Философия права», чтобы, так сказать, навести порядок в праве. Он думал, что с помощью диалектики напрямую можно взять и объяснить общественное явление. Ничего у него не получилось. В итоге его этой самой книги, которая по каким-то отдельным моментам и частям очень интересна, и там, как всегда, как у умного человека есть всегда умные какие-то мысли, а в целом она кончается глупостью. Причем такой завидной глупостью, что вот идеалом вообще государства является русская монархия, в которой пребывал гражданин Гегель. Прусская монархия? Прусская монархия. Прусская, да. Не русская, а прусская. Вот. Поэтому вот есть такая работа у Маркса к критике гегелевской философии права, где Маркс ее разбирает. Ну, вот я как человек, который должен был изучать соответствующие работы, я прочитал философию права раньше, чем эту работу Маркса, и хочу сказать, что она навела меня на всякие грустные мысли, потому что настолько блестящей действительной вершиной науки является наука логики Гегеля, и тут вдруг вот такие суждения, которые ни к чему такому серьезному не приводят. Вот так обстоит дело с применением. Поэтому что делать? И Маркс и Энгельс, которые сделали диалектическую
Но диалектический материализм, можно сказать, создали, это придется выключить этот инструмент, иначе он вам будет мешать постоянно. Бойся андроидов. Они мешают нам жить. Так вот, нужен был еще один шаг. Вот этот шаг до сих пор тоже не освоен. Как диалектика не освоена, так и следующий шаг не освоен. Я имею в виду и философами, и политическими деятелями. Этот шаг состоит в том, чтобы найти способ применения материалистической диалектики к истории. С какого конца? Вот как ее применять к истории? Начать изучать мышление людей, сознание людей, формы общественного сознания. С какого? Как к этому подходить? И вот величайшим открытием Маркса и Энгельса является открытие того, что надо изучать производство непосредственной жизни. Наиболее ярко и точно это сформулировано в книге Энгельса, которую я вам очень рекомендую, которая называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Почему я ее рекомендую? Во-первых, вы студенты. А студентам желательно еще иметь, кроме всяких обширных произведений и тяжелых, легкие и простые, и короткие. Она короткая книга. Написано блестящим языком, на богатом очень материале, с использованием книги Моргана «Древнее общество», и она сразу дает картину развития человечества от первобытно-общинного коммунизма до современного Энгельса буржуазного общества. То есть раз, и у вас в голове картина мира такая вся. Вот для людей, которые являются музеологами, то есть которые должны это вот видеть, не просто рассыпаны какие-то богатства они. Знаете, как не знаешь, как их положить, как собрать, как разложить, потому что богатство же надо хранить не просто как вот барахло, сказать, взять в коробку и все засыпать туда. И потом, вот, когда встает вопрос, что с этим делать, значит, доставать оттуда и перебирать. Как делают, как известно, с сундуками так поступают. Это не сундук. Музей не сундук. Поэтому это очень важно, я вам очень рекомендую. И у меня был такой очень интересный случай. Я пошел к окулисту, а его отчество было Энгельсович. Очень интересный, довольно молодой врач такой. Ну, а я как раз в это же время в нашем университетском магазине видел новое издание книжки «Азбука классика», вот это Энгельса, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Я уже при втором посещении говорю, вы, наверное, раз у вас папа Энгельс, наверное, вы эту книжку читали, он посмотрел, так удивился. Конечно, они не читали, так сказать, тем более медики, они, у них там другая система знаний. Он очень удивился и поблагодарил. Я, говорит, прочитаю, вам потом скажу. Потом, через некоторое время, говорит, надо же, никогда не мог думать, что такая интересная книга. Я говорю, ну вот будете знать, в честь чего вашего папу назвали Энгельсом. Так что он мне тут вылечил глаза, а я ему рассказал про как прозреть в этой области. Так в чем главный тезис исторического материализма, который наиболее ярко и блестяще выразил Энгельс? Что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. То есть, вот основная мысль и основная посылка исторического материализма. Все на ней строится. В основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. А это что значит непосредственная жизнь? Ну, для того, чтобы вообще человеческое общество могло существовать, а не закончилось в одном поколении, для этого надо, во-первых, производить людей для начала. То есть производство людей, непосредственная жизнь в буквальном смысле. Людей надо, живых, производить. И это вечное условие человеческого существования. Иначе, если производство людей будет сворачиваться или завершаться, на этом будет сворачиваться и завершаться человеческое общество. И никакие музеологи уже ему не будут нужны. Если какие-нибудь инопланетяне потом прилетят, они будут раскапывать, что тут было, что происходило. Но на этом
все закончится. Почему? Потому что каждый человек, индивид отдельный, он не вечен, так? Он индивидуален и конечен. А человечество бесконечно и вечно. В этом смысле, поскольку сущность человека общественная, то каждый отдельный человек тоже бесконечен и вечен. Но в чем? Вот в ваших делах. Вот вы сделаете хорошие дела и прославите себя на так сказать, всю последующую историю. А вот то, что действительно очень значительно продвинул человечество вперед, будет считаться потом гением. Вот у вас есть шанс и гением тоже считаться, поскольку дело только за малым. То есть давайте, развивайте, добывайте, показывайте, пишите, творите и так далее. И это относится к каждому человеку. Каждый человек потенциально, он бесконечен, вечен, и он... Развитие человечества сводится к тому, что делают отдельные люди. Правильно? И отдельные люди тогда люди, тогда представители человечества, когда они делают что-то великое. А когда они делают что-то невеликое, что они сидят там и что-то едят, но они просто вспоминают, что они животные, более, не более того. Правильно? Но поскольку они не простые животные, они с вилкой, с ложкой и так далее. То есть, ну, вы можете дать, наверное, обезьяне, она и с вилкой, и с ложкой прекрасно съест, все хорошо. Научить этому можно. А что еще входит в производство непосредственной жизни? Производство тех материальных благ, без которых вы не можете поддерживать свое существование. Без которых люди не могут поддерживать свое существование, без которых жить невозможно. Что для этого нужно? Чтобы заниматься или с наукой, искусством, литературой, изучать историю, быть музеологами. Что нужно сначала? Есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой. Пустячок такой. И если этого пустячка нет, то, так сказать, грозит превращение в бомжей, которые деградируют, а не развиваются. И мы наблюдаем этот процесс, который у нас в последнее время жил, и который развился очень быстро. У нас ведь не было бомжей в советское время. Почему? Потому что все жилье было государственным, то есть в общественной собственности, и распределялось по потребности. А именно, у кого больше семья, тому больше давали. Большая семья больше получает, меньшая семья меньше получает. Не было такого, чтобы были бомжи. Некоторые люди жили в бараках, некоторые жили в подвалах. Но такого, чтобы негде было жить, такого не было никогда. А сейчас у нас картина свободы. Свобода в смысле произвола, свобода от всего, свобода в том числе от жилья. То есть если человек где-то, так сказать, его сначала наделили частной собственностью, сказали, пожалуйста, приватизируйте. И все пугали, а то скоро будет платная приватизация. Сейчас объявили, не будет она платной. Вот. Ну, я могу сказать, что я, поскольку немножко разбираюсь в этих вопросах, как профессор по кафедре экономики и права, я свою квартиру не приватизировал. Поэтому когда к нам приходят суровые люди, говорят, ну, у вас, конечно, квартира приватизированная, вам будет за деньги это вот сделано. Я говорю, нет, моя квартира не приватизированная, ну, тогда мы будем вам бесплатно делать, там, менять трубы, то, все. Это не наша квартира, мы только живем тут. Это раз. Во-вторых, ее нельзя ни пропить, ни продать. Она не может исчезнуть. Никоим образом. А вот что касается приватизированных квартир, они превращаются в товар. Ну а в товар, вот скажем, хотел отец своей дочери подарить квартиру. Он взял, продал. И пока он, так сказать, собирался купить вторую квартиру, цены вскочили на квартиры так, что он уже вторую квартиру не может купить. И эту обратно не может купить, и уже ее нет. Тут ему еще товарищи помогли, они, значит, денег было много. Деньги, когда попадают в руки в большом количестве, которые никогда человек не видел, потому что вдруг оказывается, квартира там стоит миллионы. Вот. Поэтому пошли в хороший ресторан, и оттуда вышли уже без денег. Тем более, да и без паспорта. Потому что на этот паспорт оформлена какая-нибудь фирма. О-о-о.
однодневка. Деньги обналичены, паспорта нету, у человека квартиры нету, прописки нету, дома нету. И вот он летом сидит на помойке, развивается, читает. И доедает, что туда принесли на помойку, а зимой, если не нашел какую-нибудь теплотрассу, около которой он может согреться, если не было больших морозов, то он еще и выживет. А так, если он и не выживет, то никто его и не заметит, потому что он нигде не учтен, его нету. Он есть, но его как бы нет. Причем эта характеристика не нашей вот жизни, российской. Я один раз был в Париже. Причем приехал в него из Брюсселя, где я выступал с докладом на научной конференции. Ехать оттуда очень просто, на поезде 2 часа. Причем смотрим, вот подъезжаем, хрущобы начинаются. Это пригород Парижа. Вот как у нас эти самые пятиэтажки, так и там настроены пятиэтажки. И, так сказать, люди бедные, в эти пятиэтажки забиты также, и не скоро оттуда выберутся. А потом мы приезжаем на хороший вокзал, и первое, что мы видим, за стеклом 2 бомжей. Ну, а потом уже мы пошли, так сказать, по Парижу, были там, проехали по Темзе. На следующий день переночевали в маленькой гостинице, нас накормили картошкой с сыром. Плавленым, но плавленый прямо так вот, сразу, так сказать, такой электрический провод, ты его, так сказать, втыкаешь, нагреватель, так сказать, в сыр, сыр капает на картошку с мундиром, очищаешь, и вот эта вот картошка с плавленным сыром. А у нас кто-то его расплавил, он давно уже не плавленый, а переплавленный. И он лежит, этот сырок, и уже он, так сказать, качество потерял. Ну, вот такая картина. Так что, где есть бомжи? Там, где есть частная собственность на жилье, везде есть бомжи. Везде. И наоборот, там, где нет частности, частной собственности на жилье, бомжей нет. Но это мы уже переходим к некоторым частностям и конкретностям. А тезис один, что для того, чтобы заниматься наукой, искусством, литературой, вообще духовной деятельностью, да, присущей человеку, связанной с развитием сознания, необходимо есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой. Поэтому это необходимо, это производить. А производить вот, от того, как производится все и как совершается производство людей и производство вещей, зависит все развитие человеческого общества. Вот это называется применение материализма к истории. Если материализм применить к истории, какая получится теория? Материалистическая история получится. Можно и так сказать. Или исторический материализм. Я хочу вам сказать, не знаю, какие у вас тут концепции царят на историческом факультете, а у нас на философии, в институте философии, в котором я работаю, существуют самые разные концепции, в том числе идеалистические. Сейчас, значит, расцветают все цветы. И вот люди, которые не добрались ни до Гегеля, ни до Маркса и Энгельса, или не поняли, они продолжают вот, старую деятельность, то есть читатель почитывает, писатель пописывает, читатель почитывает. И излагают те концепции, которые появляются самые разные, разнообразные. Все они сводятся к разным вариантам, если они не материалистические, то к разным вариантам идеализма. Или идеализма объективного, или идеализма субъективного, а чаще всего к некоторой мешанине. Вот чем интересна работа Ленина и современна для нашего времени «Материализм и эмпирикритицизм», написанный им в 1908 году, что там разобрано не только, что такое материализм, что такое идеализм объективный, что такое идеализм субъективный, а там показаны эти работы путаников, что человек никак не может удержаться на какой-то позиции. Если ты идеалист, ну, ты будь идеалистом до конца. Если ты материалист, будь материалистом до конца. А если ты... Причем это не значит, что в философии, вот, скажем, то, что добыто материалистами, это положительно, а идеалистами отрицательно. Ничего подобного. Вот Гегель, например, идеалист, а он создатель диалектической логики. То есть не так обстоит дело, что вот в философии только материалисты добывают что-то хорошее, а идеалисты только ломают. Ничего подобного.
Даже вот Ленин такую формулу вывел, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Так что если вы просто заявите, что вы материалист, это еще ни о чем не значит, ни о чем не говорит, это еще мало. И вот поэтому можно сказать, что вот то, что сделали Маркс и Энгельс, это действительно открытие. То есть они сделали то, те два шага, таких крупных. Это первое – создание диалектического материализма, и второе – создание исторического материалиста. И вот при всем многообразии философских концепций идеалистических, я не видел, чтобы хоть один человек вышел, ну, скажем, серьезный, на какой-нибудь конференции или на обсуждение, на ученом совете, и сказал, я исторический, если он применяет идеалистическую концепцию к истории, что получается? Исторический идеалист. Исторический идеализм. Ну вот, чтобы он вышел и сказал, я исторический идеалист. Я говорю, ну что, вот я немножко их под ними подтруниваю, говорю, ну что же вы, ребята, взяли бы и сказали, я исторический идеалист. Нет. Вот они вроде как скептически относятся к историческому материализму, но выбор-то он тут очень ограниченный. Либо вы применяете к изучению истории материализм, и тогда хочешь, не хочешь, получается исторический материализм. Либо вы применяете к изучению истории идеализм, и тогда хочешь, не хочешь, получается исторический идеализм. Есть исторические материалисты, которые открыто стоят на этой позиции и, соответственно, проводят соответствующие исследования. А есть исторические идеалисты, которые стесняются. Чего стесняются, я не очень понимаю, но если вы считаете, что есть некая идея, сейчас обычно стесняются называть ее Богом, а как называть, сказать, вот, знаете, вот есть бытие в сознании, второй уровень бытия, а есть трансцендентное. Не скажут, что Бог, а скажут, трансцендентное. Я вам не рассказывал, как на одной из больших категорий по онтологии вот выступал один товарищ, доктор наук, с докладом, и говорил, что вот если вот вещи не наделены смыслом, то их и нет. Видите, у меня несколько вещей есть на столе. Вот если они так вроде, мысль такая симпатичная, да? Если они смыслом, ну вот у ручки есть же смысл писать, а у этой бумаги печатать на нем, а у часов, чтобы время знать, а у телефона смысл тот, чтобы не мешал лекцию читать. Какие есть смыслы у них? Вот если они смыслом не наделены, то их и нет. И вот этот доклад очень подробный был, интересный, целый час. Я потом поднимаю руку и спрашиваю, скажите, пожалуйста, а кто наделяет вот это вот смыслом? Вот вы, я или трансцендентные? Он говорит, ну да, понятно. Вот вам, так сказать, идеализм. Все есть, вот уже это наделено смыслом. Понятно, говорю. Ну тогда я правильно вас понял, что вот а если они смыслом не наделены, то их и нет. Он говорит, ну да. Я говорю, если их и нет, то нечего и наделять. Правильно? Логично? Логично. Он говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? А я говорю, а умище-то я куда могу деть? Ну куда я могу деть умище? Ну если они не наделены смыслом, то их нет. А если их нет? Ничего нету на столе. Нету. Все убрано. Представьте себе, все исчезло. И ключ, который наделен тоже смыслом, что надо дверь открывать, он со стола исчез, потому что они не наделены смыслом. И вся концепция разрушается. Идеалистическая. То есть нельзя, вот особенно это должны понимать музеологи, что когда они собирают какие-нибудь концепции в том числе, или вещи, связанные с концепциями, они должны понимать, что с ними связаны те или иные течения, идейные, то или иное содержание. И вот идеалистическая философия, про которую мы говорим в историческом плане, она, ну, можно сказать, переживает там некоторый ренессанс. Ну, вот мы уже говорили о том, что есть, допустим, герменевтика. Если у Гегеля понятие, то в герменевтике есть искусство понимания. И вроде того, как я искусством обладаю понимать, а вы вот не обладаете этим искусством. Но мы проверим, как вы обладаете этим искусством на экзамене. А если вы к этому времени не научитесь этому искусству, ну и пеняйте сами на себя. Уже ни до какой там гениальной теории не дойдет.
Вот так можно на это посмотреть. Есть такая концепция, которая считает, что вот все тексты. Вот и вы текст. Как бы я про вас могу написать? И вы текст, и вы текст, и вы текст. Это такое впечатление, что такую теорию мог создать человек, который долго сидел в библиотеке. Кругом книжки, книжки, книжки. Пришел домой и написал эту теорию, что все тексты. Все текст. С ума сошел. Но они есть, эти теории. То есть вы можете с ними встретиться и так далее. Какова им цена нынешняя? Ну, цена такая, что они застряли на прежних позициях, давнейших старых, которые давно уже пройдены. И все попытки, так сказать, вернуть это дело назад, философию, как и историю, ее повернуть назад невозможно. Вот после того, как появился исторический материализм, надо его осваивать. Но для этого надо освоить диалектический материализм. А вот скажите мне, сколько вы знаете людей, которые изучили науку логики Гегеля? Вы встречали таких людей? А сами себя вы встретили? Вы изучили? Нет еще. Ну, так вот, вот картина. И как, ну, эти люди, которые не изучили идеалиста Гегеля, они не могут стать диалектическими материалистами, правильно? А сколько у нас было политических руководителей в Советском Союзе, ну или не в Советском Союзе, в России, сколько было, которые изучили науку логики Гегеля? Ну, я думаю, что там к буржуазным руководителям того времени, которые до Октябрьской революции, не надо приставать, потому что Гегель только в 1812 году ее книгу издал, и те люди, которые на немецком языке читали, их могли прочитать. Ну, это, так сказать, не относится к государственным деятелям. И вот кто этот единственный государственный деятель, который прочитал науку логики? Владимир Ильич Ленин. Один. И следы этого вы можете заметить, если вы откроете 29-й том полного собрания сочинений, как музеологи, так сказать, вот, взять это, она отдельно и дается, книжечка. «Философские тетради» отдельно издан отдельным изданием. Много было их таких. И вот в этом издании там есть философские работы Ленина и конспекты разных всяких философов, в том числе и конспект науки логики Гегеля, с чем я вам советую, не откладывая, познакомиться. И вот если Платон считал, что управлять государством должны философы, и только тогда будет успешным государство, то единственным примером этого управление является управление Советским Союзом, когда во главе которого был Владимир Ильич Ленин, который действительно был философом. А если мы возьмем уже Бухарина, который считался теоретиком партии, любимцем партии, то про него в последних вот своих письмах к съезду Ленин писал, что у нас вот такие-то люди есть, скажем, Сталин слишком груб, а Бухарин, а Пятаков хватает администраторским увлечением, отношением к делу. А вот Бухарин, теоретик партии, заслуженно считается любимцем партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Ну, поскольку у нас, так сказать, есть не только профессиональные музеологи, а музеологи по призванию, вот мне товарищ из нашей охраны не так давно передал книгу, это журнал «Под знаменем марксизма» номер 3 за 1922 год. Передал, говорит, я вам вот передаю, потому что это ценная вещь. Ну, я что, расколько она ценная, думал, как-то ее, у меня музея нет. Но у меня есть возможность товарищам поручить, как президенту фонда рабочих академий, чтобы они повесили на сайт, чтобы она получилась уже сразу не только сохранение было книги, а еще и пропаганды. И вот на сайт она повешена, Московского отделения фонда рабочих академий. И вот в этой работе Ленин говорит, что наш материализм без диалектики будет не сражающимся, не воинствующим материализмом, а сражаемым. И если мы не изучим диалектики,
то материализм наш не сможет устоять под натиском реакции и лжи. И поэтому одна из причин, что он не устоял под натиском реакции и лжи, это то, что товарищи хотели строить и развивать социализм без диалектики. Это вроде того, чтобы вы летали на самолете без знания правил управления воздушным движением. Далеко бы вы не улетели. А мы улетели далеко. Но нельзя бесконечно долго летать, не зная этих правил. Поэтому речь идет о том, что сегодня является некоторой необходимостью. Прежде чем собирать какие-то вещи, надо собрать в свою голову сначала богатство мировой науки. К чему я вас, как музеологов, призываю. В музеологии надо заняться по отношению к самому себе. Правильно? Логично? Что вы сами у себя в голове уложили некоторые величайшие драгоценности, какие есть. Ну как надо к ним относиться? Например, вот я в области диалектики, это и Гегель. В области применения диалектики к истории, материалистической диалектики, это Маркс и Энгельс. Скажем, в области преобразования общества, развития его, это Ленин. Ну а если вам нужно изучить ораторское искусство, то вам же нужно научиться выступать. Вам же нужно научиться выступать. Может быть, будут большие аудитории, где надо будет так говорить, чтобы вас все слышали. Не всегда будет 85-я или 58-я, а может быть, огромная аудитория. А раньше не было, между прочим, микрофонов. И тот же Ленин выступал на Красной площади с грузовика. И, между прочим, его было слышно. Что, для этого орать надо или надо знать, как правильно говорить? Вот, короче говоря, такая задача стоит. Ну и кто мог разработать ораторское искусство, как вы думаете, и когда? Вот сейчас может быть хорошие книги по ораторскому искусству? Как вы считаете? Да сейчас от ораторского искусства мало что зависит. Вот если у вас телевизора, а у меня нет, я буду что-то тут кричать на площади, а у вас будет смотреть 20 миллионов. Видите разницу? Поэтому то время, когда... А радио будет вам, вы будете жарить картошку, а вам будет объяснять, за кого надо голосовать на выборах. Поэтому то время, когда от ораторского искусства зависело очень много, почти все безвозвратно прошло, именно тогда вот ораторское искусство и развилось. И самые яркие работы по ораторскому искусству были в то историческое время. Поэтому, если вы хотите научиться ораторскому искусству, возьмите книгу Цицерона, «Три трактата об ораторском искусстве», и вы там научитесь, как выступать. И вдруг, когда вы будете выступать, докладывая свою выпускную квалификационную работу, народ удивится. Потому что вы последуете тем рекомендациям, которые там есть. И вы поразитесь, насколько красивый там язык, и насколько блестящая речь вообще. Настолько не похожая на такое вот, можно сказать, использование проходных каких-то слов, категорий, без всякой красоты. Причем я вот пока не прочитал эту работу, думал, что надо говорить кратко. А что говорит Цицерон? А речь должна быть обильной. Мобильная она, почему? Да потому что человек никто не обязан запоминать то, что ты говоришь, а ты должен так построить речь, что все равно он запомнил. И потом, никто не обязан тебя слушать, поэтому если ты хочешь, чтобы тебя слушали, то нужны специальные приемы. Вот что нужно говорить в начале, говорит Цицерон. В начале вы должны говорить не о том, что относится к делу. Тогда народ удивится, начнет друг друга подталкивать и спрашивает, что он говорит. Например, вот вы встали перед большой аудиторией, там 1500 человек, начинаете рассказывать, что вчера видели кошку. Народ, который не хотел вас слушать, начнет друг друга толкать локтем и сказать, что он там мелет, вот послушайте, что он там говорит. И как только они затихнут, можете начинать уже, собственно, начало. А начало должно быть таким, которое людей привлечет. А если у вас конец будет слабым в вашей речи, то про вас скажут, что да, многообещающим было начало, а потом тропинка, да,
Это затерялось в лесах, или ручеек высох, и все. Да, это пустое дело, и разошлись. Поэтому вы должны продумать, какой у вас будет экспромт в конце. То есть это должно выглядеть как то, что это неожиданно вам, что одухотворение такое пришло. Вы должны об этом подумать в конце, что вы скажете. Но это вот совершенно необходимо приготовить, потому что вы это, как вы чувствуете, что осталось мало времени, раз, и вы свою заготовку даете. А в середину, говорит, можете более слабые вещи поставить. Вас уже слушают и, так сказать, доказывают. Но конец должен быть обязательно внушительный и хороший. И вот идея исторического материализма, которая является и при этом еще и диалектическим, вбирает в себя и это обстоятельство. Идея состоит в том, что все должно быть объяснено в обществе, все общественное развитие с позицией, определяющей роли производства, что определяющим является производство непосредственной жизни, и поэтому на первых этапах развития человечества производство людей, кровнородственные отношения, вот то, что было решающим. А на следующих этапах, начиная с этапа рабовладения, решающим стало материальное производство или производство материальных благ. Но если кто-то думает, что вот производство людей, оно потеряло совсем свое значение, в том смысле, что оно никак не влияет на ход жизни, он очень сильно ошибается. Вот у нас, мы помним, что все монархии передавали власть по наследству. По какому принципу? Если у вас папа не царь, то вы не царевич. И нечего туда. Что вы там читали, что сдавали, это не имеет никакого значения. А если у вас папа не граф, то графиней вы не будете. Вот, а если вы, у вас не царь и не князь, принцессой тоже не будете, родители. Значит, и что, пропало это все? Нет. Ну, конечно, это не пропало и в политическом смысле, но выродилось в такой музей. Скажем, есть королева в Англии, и вся ее функция состоит в том, чтобы шляпку носить и изображать из себя власть. Потому что никакой власти у королевы, конечно, нету. Премьер-министр Великобритании, королевства Великобритании и Северной Ирландии, ну, представитель правящей партии. Правящая партия является авангард буржуазного класса, и он руководит. Ну, а это вот музей под открытым небом, он как раз очень хороший, выделяется средства, и на них живет королева и узкий круг ее родственников, которые могут потом стать еще принцы, там могут быть и принцессы, и так далее. Их описывают, показывают, ну, как всякий музей работает он, как музей древностей. А вот если мы возьмем экономику современной России, вот кому придут богатства миллиардера Абрамовича? Кому? После смерти? К детям Абрамовича. А какие это дети? А черт их знает. Может быть, они способные, может, совсем не способные, может, интересуется экономика, может, вообще не интересуется. Во всяком случае, современный капиталистический мир предусмотрел, и во всех почти странах имеется очень высокий налог на наследство. Ну, чтобы, так сказать, если уж вы собираетесь заниматься, ну, для этого деньги, тогда платите и занимайтесь продолжением дела своих родителей. А если вы не будете этим заниматься, то 90% перейдет в собственность государства. То есть собственность класса буржуазии в целом. А буржуазия этот завод не покинет, он не будет разрушен и так далее. И вот посмотрите, сколько у нас уже сильных мер и всего богатых людей. Все их богатства будут передаваться не по принципу там, способности детей, или знаний, или умений, а просто по кровно-родственному признаку. Так? Если вы не дочка Абрамовича, то, извините, яхта Абрамовича к вам не перейдет. А если вы не сын миллиардера Лисина, то Липецкий металлургический завод и вот четыре компании в порту нашем, перегрузочные, не перейдут вам в собственность, и все. Или даже происходят такие довольно странные вещи. Был такой Семененко, директор Кировского завода, который был еще в советское время директором Кировского завода,
Потом вдруг внезапно упал с пятого этажа и стал его сынок. Теперь директором генерального кировского завода и собственником этих всех активов. Так что вот это вот влияние кровнородственных отношений на ход жизни, оно не только не исчезло из практики, оно очень широко в современном мире представлено. Можно сказать, что это не политическая власть, но вы, наверное, прекрасно знаете, как конвертировать экономическую власть в политическую. Если у вас есть миллиарды, значит, можно собрать подписи, заплатив тем, кто будет их собирать на улицах у всех станций метро. Можно помочь каким-нибудь политическим партиям, чтобы они могли десяток членов своей партии провести в новый состав Думы с одним условием, что вот этот товарищ, который помог, он тоже будет в этих десяти. Тоже не проблема. И вы, наверное, если вы почитаете соответствующую литературу, то узнаете, сколько нужно миллионов долларов, чтобы пройти в Государственную Думу с гарантией. Поэтому, если кажется, что это вот, так сказать, только влияние сугубо экономическое, то это экономическое очень легко превращается в влияние политическое. А если вы туда уже попали, то, наверное, вы знаете, что каждой партии, которая находится в Думе, платит государство по закону о политических партиях, сейчас 152 рубля за голос. То есть, вот если за партию КПРФ проголосует миллион, то, значит, 152 миллиона она и получит. А если за Единую Россию гораздо больше проголосует, то она гораздо больше миллионов и получит. И из государственного бюджета перекачиваются деньги, фонды политических партий, и, так сказать, вот эта четверка основная, она и контролирует в этом смысле политическую власть. Вот такая получается картина. Но это, так сказать, еще это кровнородственные отношения. То есть они никуда не пропали, но все равно они на втором месте. На первом месте это отношения по производству материальных благ. И на это первое место они вышли тогда, когда уровень производительности труда, развитие производительных сил вырос настолько, что один человек может прокормить еще второго и третьего. Только тогда стало возможным рабовладение. Ну, какое может быть рабовладение, если вы меня поймали, победили, ваше племя выиграло? Что вы будете со мной делать? Если вы меня возьмете в плен, будете меня кормить, вы умрете, потому что вы можете произвести материальных благ только на одного человека. Значит, поэтому говорят, вот жестокость какая была, убивали пленных. А как, куда, а что с ними делать? А если вы меня заставите работать, ну, я сделаю столько, чтобы самому прожить. И какой смысл тогда вам держать этого пленного? Короче говоря, само рабовладение могло появиться только тогда, когда производительность труда позволила одному человеку прокормить уже многих. Вот с этого момента и началась эра эксплуататорских формаций. А эти формации отличаются уже потому, каким способом, как складываются отношения производственные, каким способом непосредственных производителей побуждает или понуждает к тому, чтобы они производили материальные блага. Но это вот вопрос дальнейший. Пока на этом мы лекцию эту закончим. У нас через 10 минут продолжение. Спасибо за внимание.